Добрый день, сегодня суббота. Решил пойти побегать, а тут такое. Это полиция токийская. Вот они отрабатывают движение. Задом разворота на краунах. Клево. Я не знаю, снимать можно, нет? Сейчас руки оторвут. По резину ему не жалко. Токийский дрифт. Змейку задом делает. Как ты еще видел, как мотоциклисты отрабатывают то же самое. То есть, ну там они, конечно, с высшего уровня. Реально много чего делают. Второй поехал. Резину не жалко, точно. Ну и сейчас задом. О, свистит хорошо. Второй поехал. Надо, короче, удаляться отсюда. То реально заберут все. Ладно, пойду дальше бегать. Ну да, как я ждал, там дальше мотоциклы. Попробую их тоже поснимать. Есть машины. Ну, цветет это еще не сакура, скорее всего. Слива. Ну вот он, поехал. А здесь вообще стоянка Майда Ауто. Это старые раритетные автомобили. Ну такие здесь, видимо, не самые популярные уже. Которые используются для съемки рекламы, фильмов. Всякие дроволеты стоят. Конечно, крутые. Что вот это такое, я вообще не знаю. Крайслер.
как бойцы UFC тренируются. Тут сын обычно футбол играет на этих полях. У них тут свой полигон полицейский.